Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Мои домашние хлопоты». И уже по сложившейся традиции я рассказываю вам о свойствах тех овощей, продуктов, которые мы очень часто видим у себя на столе. И сегодня речь пойдет вот о самом таком обыкновенном, простом огурце. Или, как его называют по-научному, Cucumis satiosus. Итак, Cucumis satiosus. Это ближайший родственник кабачка, ближайший родственник арбуза, дыни. И относится к семейству тыквенных. Хотя, наверное, меня сейчас разнесут пух и прах. Насколько я помню, арбуз не относится к семейству тыквенных. И я сейчас оговорилась. Простите меня, пожалуйста. Конечно, полезнее всего употреблять наш кукумус. Сативус в свежем виде, с кожурой. Потому что именно в кожуре содержится самое наибольшее количество витаминов. Но даже если вы его употребляете не в свежем виде, а в маринованном виде, то там все равно остается довольно-таки большое количество микроэлементов и полезных для организма веществ. Но правда, содержание их значительно уменьшается и увеличивается содержание натрия, что не очень благоприятно влияет на наш желудочно-кишечный тракт. Итак, чем же полезен огурец? Но витаминов в нем не очень много. В нем есть витамин В4, В5 в довольно-таки приличном количестве, немного витамина В3 и В2. Славен он своими минералами. Он содержит очень много калия. Это примерно 147 миллиграмм на 100 грамм нашего огурца. Содержит он фосфор, содержит он кальций, содержит магний и содержит немножко совсем натрия. Огурец уступает, конечно, по своему содержанию витаминов очень многим овощам. Но, однако, он содержит огромное количество воды, которое по своим свойствам сравняется только с дистиллированной. Огурцы содержит фермент, который способствует поддержанию нормальной реакции крови. А также он содержит вещество, которое очень-очень похоже на инсулин. И поэтому огурец очень сильно рекомендует диабетикам. Использовать его в качестве самостоятельной пищи, ну, конечно, нет смысла. Вы им не наедитесь, это только так заполнение желудка. А вот как добавку каким-то продуктом, это просто незаменимая вещь. Дело в том, что огурец способствует наиболее лучшему перевариванию пищи. Он очень хорошо способствует перевариванию мяса. Поэтому к мясу он должен быть самым первым компаньоном. Еще одной полезной составляющей огурца является фитостерол. Это такой стероидный спирт, который не растворяется в воде. И он по своим свойствам очень похож на человеческий холестерин. Он примерно на 10% ингибирует в кровь и всасывается в кровь вместо холестерина, что не наносит вред организму человека, а наоборот способствует его оздоровлению и меньшему всасыванию холестерина в чистом виде. Огурец в традиционной медицине практически не используется, несмотря на все его такие полезные свойства. Но самое хорошее применение огурца – это наружное. Вот наружное применение огурца очень интересное. Ну и, конечно же, мы приготовим с вами кучу косметических масок, которые используют в своем составе огурец.
эти маски применяют и для увлажнения. А летом это просто незаменимая вещь. Эти маски применяют и для очищения, и для отбеливания кожи. Эти маски можно применять как для сухой кожи, так и для жирной кожи. Есть маски, которые можно применять для любой кожи. Из огурца огромное количество масок. Я вам покажу, ну, наверное, не все, но некоторые из них я вам покажу. Мы об этом поговорим в следующем моем видео. Я не буду вам рассказывать о народных рецептах, которые применяются в медицинских случаях, потому как я не доктор, и я боюсь навредить своим зрителям. Поэтому, да, применяют в каких-то разных случаях, считается, что он полезен там при геморрое, при снятии отеков, но я про эти свойства вам не рассказываю. Я буду рассказывать вам совершенно о других вещах. Огурец очень часто применяют в диетологии. Хотите похудеть, кушайте огурцы. Он низкокалорийный, в нем очень много воды, и он замедляет процесс всасывания углеводов и перерабатывания углеводов в жиры. Некоторые диетологи рекомендуют людям, желающим похудеть или очистить организм от токсинов, устраивать такую в летнюю пору огуречную диету. Ну, я так думаю, про огуречные дни многие из вас слышали. Я помню, когда ходила беременная первым ребенком, мне даже врач рекомендовал раз в неделю устраивать огуречную диету, чтобы снять вот отеки на ногах. Ну вот, я обещала не разговаривать о медицине. Ну, конечно, огурцы применяют в кулинарии. Для кулинарии это просто кладезь. Мы все знаем салаты из огурцов делают супы. Это разнообразные закуски, соусы. Ну, что только не делают из огурцов. Мы все привыкли к нашим малосольным, маринованным, соленым огурцам. Столько способов их сделать. Это просто невероятное количество. Ну, кое-что из них я вам, конечно, расскажу, поделюсь собственным опытом. У меня есть очень интересные способы засолки и маринада огурцов. Огурцы сочетаются практически со всеми продуктами, кроме помидоров. А мы так привыкли кушать салат из огурцов и помидоров. Но дело в том, что помидоры содержат кислую среду, кислотную составляющую, а огурцы – щелочную. И в результате такое сочетание приводит к образованию солей, что, ну, негативно влияет на работу почек. И в то же время аскорбиновая кислота, которая содержится в помидорах, она не усваивается из-за того, что в огурцах содержится вещество, которое напоминает аскорбиновую кислоту, оно называется аскорбилат. И вследствие этого организм не получает витамина С. Так что кушайте огурцы от помидоров отдельно. И салатик с огурцами и помидорами, к сожалению, это не совсем полезная пища. Огуречный сок. Огуречный сок обладает массой полезных веществ, и поэтому его рекомендуют пить отдельно от всего. Но очень часто в качестве вкусовых и таких витаминных добавок к огурцу добавляют лимон, лайм, шпинат, сельдерей, делают всевозможные смузи, делают всевозможные такие соковые фреш-наборы, добавляют имбирь, а также очень пользуется популярностью огуречная вода. Это когда берут огурец, пучок мяты и половину лимона и на 1 литр воды. Кое-что из этих фрешей я вам и из этих
вкусных напитков я вам расскажу у себя на канале. Смотрите за моими видео, которые будут выходить. Ну, на этом я, наверное, да, закончу. Вы прекрасно знаете, что огурец очень полезен, очень интересен. Я вам немножко рассказала о нем, рассказала о витаминах, которые он содержит, рассказала о том, что можно и что нельзя, что хорошо, что плохо в витаминах. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Приходите ко мне почаще. А в следующем своем видео я вам расскажу про маски из огурца. Будем красивы! До свидания!